Здравствуйте, вы смотрите видеоканал «Геймскоп», с вами Ксения. Сегодня в Московском кинотеатре 35 мм пройдет презентация фильма «Роль». Впервые в Москве картину представили в рамках 35-го Московского международного кинофестиваля. А сегодня картину приехали представить ее режиссер Константин Лопушанский и исполнитель главной роли Максим Суханов. А теперь давайте посмотрим репортаж с этой пресс-конференции целиком. Мы рады видеть сегодня всех тех, кто посмотрел фильм сейчас и кто видел на Московском кинофестивале. И хотим открыть нашу пресс-конференцию с создателем фильма «Роль», с продюсером Андреем Щегле, режиссером Константином Лопушанским и исполнителем главной роли Максимом Суханов. Я представляю компанию «Зеленый границ», которая выпускает фильм «Роль». Пожалуйста, ваши вопросы. Очень созвучного там времени, о котором идет речь. Как это удалось передать? Прежде всего, время создается этим художникам и операторской группе. Присутствующий микрофон. Это не микрофон, да? Это микрофон, пусть лежит. Если, в принципе, маленькое помещение, хорошо. Хорошо. Значит, ну, блин. Но прежде всего, конечно, это за счет фактуры, за счет работы художников, за счет подбора хроникальных материалов. У нас заранее мы отсмотрели очень много хроники. И из нее не брали отдельную фотографию, а из нее выбрали отдельные кадры и их распечатали в виде фотографий. И в этом была обклеена наша группа. Ну, это, во-первых, создает атмосферу определенную работу, а во-вторых, это эталон в чувствовании ощущения времени. Потому что каждое время отличается, естественно, не только зданием, прочее, каким-то своим атмосферам, своим воздухом. Но вообще известный факт, что лица меняются через определенный период времени. Вот кто внимательно смотрел фотографии там, времен войны или там, революции, это циклы разные, это другие лица. И очень трудно было подобрать лица и уже дальше найти лица, загримировать или в эту сторону почувствовать время. Загадка почувствовать время – это серьезная режиссерская задача. Повторяю, благодаря художнику Лене Жуковой, оператору Диме Масу, тут еще важное изображение, то, что он был черно-белый. Потому что то время психологически ассоциируется с черно-белой пленкой. Понятно почему, потому что фотографии были черно-белые. Это уже феномен такого сознания. Кроме всего прочего. Ну и сам образ как снято. Должен вам сказать, что Дима Мас очень серьезно относится к этой задаче, и он приехал на выбор натуры, знаете, ездит оператор, стриптизер, оператор, статус съемки. Ну, снимает кто на телефон, кто на такой дешевый камеру, какая разница, надо запомнить. Он приехал с фотоаппаратом, начало века, вот такой вот ящик. И я спрашиваю, Дима, что это такое? Он говорит, ну, надо искать образ. И вот он там крутил сюда-сюда, и вот эти фотографии висели в группе. Было ощущение, что они сделаны на телевизоре. Такой же правильный подход. Вот благодаря всем этим нашим усилиям, может быть, там что-то удалось назвать. Ну и дальше все уже упиралось в это. Возможность это осуществить, тут уже, так сказать, Андрей изо всех сил старался как-то при нашем очень скромном бюджете такой картины
Я все-таки, чтобы сложилась возможность и договоренности наши. Много в Питере, кстати, осталось у нас. Вот Никольский рынок, где мы снимали, его только чуть-чуть пришлось там, ну, добавить там, некие детали того времени. Но еще остался эта архитектура, ее еще не снесли, но скоро снесут. Вы говорили, что что-то добавляли. А убирали ли что-то? Потому что провода, антенны, нет, все. Нет, ну, да, автоматически. Этим занимаются комбинаторы, такие замечательные наши, питерские Игорь и его брат Олег Власовы. А вот, конечно, если в кадре попадала антенна или что-то, ее, что называется, операторски удаляли. Но этого не так много было, потому что те кадры, которые мы отбирали, мы старались, чтобы там было как можно меньше пример современности. Но вот это никогда не будет. Хотел у Максима спросить, а вот как вы объясняете себе мотивацию этого героя, почему он решил прожить чужую жизнь и даже готов, я понимаю, что он был готов погибнуть. То есть это что, какая-то вот профессиональная такая информация, когда уже человек, то есть живет своими ролями, а не своей собственной жизнью. И никогда не было ли с вами чего-то подобного, вот, ведь у вас такого количества больших работ, ну, у вас несколько вопросов. Да, ну, два основных. Да. Вы знаете, мне кажется, что не надо здесь говорить о деформации ни в коем случае, а прежде всего нужно говорить о художественном поступке моего героя, который прежде всего верит то, чем он занимается. Когда я говорю слово «верит», я имею в виду веру с большой буквы. То есть он верит в драматическое искусство и в те идеи, которые в нем живут и жили в то время. И в осуществлении этих идей идет по дороге эксперимента, в том числе эксперимента над собой, насколько ему удастся в этой роли в перевоплощении быть до конца убедительным и для окружающих, и для себя. И насколько ему позволено уйти от своего собственного «я» и прийти, перевоплотиться в «я» чужого героя. И, конечно, нельзя, как мне кажется, такой поступок рассматривать вне контекста предлагаемых обстоятельств, то есть гражданской войны, революции, то есть жизни в тот период всех людей в пограничном состоянии. Мы это можем себе теоретически представить, наверное, но думаю, что то время, когда ломались почти все судьбы, и это происходило каждый день, когда человеческая жизнь уже ничего не стоила, или все шло к тому, что она стоила все меньше и меньше, и в конце концов ничего, это можно себе как-то, ну, конечно, теоретически представить, но это нельзя не брать в предлагаемые обстоятельства, когда рассказывается такая история. Ну вот, если я ответил вам на ваш вопрос. Что касается... Что мы сейчас... Никогда вы не чувствовали, что роль вами управляет, что роль это больше, чем роль вот, в своей жизни? Да, спасибо. Я думаю, что нет, я такого не чувствовал. Я думаю, что, в общем, для меня бы это было диагностическим состоянием. Скорее, всеми ролями управляю я, и мне очень интересно и увлекательно, и до сих пор любопытно, что именно я влияю на роли, а не они влияют на меня. Есть такое, ну, многие актеры говорят, что роли все-таки на них влияют, и даже как-то продолжают свою жизнь. Вы знаете, то, о чем говорю я, это, конечно, не рецептура для всех, но не думаю, что надо всем так поголовно верить. Это романтизация. И, в общем, стереотип, как мне кажется. Есть один мистический момент, если можно продолжить. Он связан вот с тем, что как бы мы даем образ большого будущего, который хочет подняться на вершину своей профессии.
эту вершину видит, ну, вот, в соответствии с концепциями Николая Ильинова про время известного режиссера и философа театра. А вот что, играя вот, с реальными фактурами жизни, вот актер вот, вот, в актерском мастерстве. Но тайна тут вот в чем, что, скажем, время было страшное. Страшная трагедия произошла со страной, раскол, гибельность времени. И понять это не все могли, и пытались многие художники. Как бы понял писатель, он бы написал роман, через роман бы пытался понять время. Художник бы написал цикл картин, композитор бы написал симфонию. А что актер? Актера в руках, а методология чего, какой профессии? Познать события через характер того персонажа, в котором он входит. И он входит в душу человека с другой стороны баррикады, того, кто хотел его расстрелять. Кто и был, вот это новое цунами, воровство, которое пронеслось над Россией, вот оно особое. Какое оно? И вот тут есть загадка еще понимания, поэтому он имеет право в финале, он имеет, не я, как раз, сказать, что ему открылась тайна русской истории, вот он говорит, мировая ночь, тут какая-то философия пошла. Он, как вот человек, познающий через погружение в чужую душу, эпоху, что с ней произошло, имеет право так сказать. Но не отвечая на этот вопрос, что произошло, но... то есть вот выходит какой-то философский аспект профессии, говоря о том, что сама, мне кажется, актерская профессия все-таки имеет свою магию и тайну. Тайну, потому что, ну, многие актеры писали, что после каких-то ролей им нужен был там, психологический адаптационный период. Ну, не знаю, сколько они были правы и правдивы ли в этом. Дело не в этом, но тут есть некая загадка, есть некая мистика. Как вам с Максимом работалось? Ну, как видите, не было ли каких-то, может быть, отклонений от сюжета? Нет, не было ли импровизации, хотите сказать, не были. Вот у нас сцена, когда герой едет в трамвай через Троицкий мост и через замерзшее стекло на Петропавловской крепость, этот человек вернулся в город, свой город, любимый самый город, но после революции вернулся как чужой. Такая очень мучительная такая для него, для его души. И мы понимаем, что он должен снова стать победителем Серебряного века, не тем персонажем, которого он играет. Возникла идея прочитать какие-то стихи, состояние. Максим предложил прочитать те стихи, которые для него. Вольду они написаны в 2014 году, а Серебряного века еще продумал. Но вот это его личное такое начало вошло, и потом Андрей написал музыку и сложился целостный текст. Для них импровизация, для нас перекрыть Троицкий мост в час пик. Это импровизация. Я не стану задавать этот вопрос Константину, а все-таки задам и Андрею, и Максиму Суханову, Андрею Сигле. Я посмотрел фильм на Московском кинофестивале, как многие, как и журналисты, так и критики. Я отношусь к первым кинокритикам, я не отношусь, сразу говорю. Я решил, что все-таки этот фильм получит, ну, если не главный приз, то один из главных призов. И был удивлен, что он не получил. Как вы думаете, с чем это связано? У меня есть свое мнение, когда вы ответите, я тоже скажу. Ну, из моей практики, я уже был на всех практически фестивалях, которые существуют в мире, и уже всегда готов к тому, что хорошие картины не получают призов. Это не правило, безусловно, но такое случается. С Александром Николаевичем Сокуровым мы были с картиной Александра на Каннском фестивале, где все прочили главный приз за картину, не получили ничего, кроме приза Фибриси. Та же самая история была с картиной «Солнце» на Берлинском фестивале. Там тоже, в общем, очень лестные отзывы по поводу картины. И наши партнеры, которые приложили максимум усилий для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию, и вообще ноль, ничего. И, конечно, тогда 2004-2006 год, для меня это был шок. Сейчас у меня совершенно нормальная ситуация. Это всегда некая лотерея, всегда некий состав жюри, иногда даже случайный состав жюри. Люди, которые имеют свои пристрастия, свои вкусы, 5 человек, 10 человек, сколько там членов жюри, на каждом фестивале разное количество. С какой ноги они стали, что они, чем они позавтракали, какие у них жизни приоритеты, в какой стадии они находятся в своих душевных переживаниях, все это влияет. Да? Есть еще какие-то, безусловно, конъюнктурные моменты, поэтому я абсолютно спокойно отношусь и к призам Венецианского фестиваля,
главным и к полному отсутствию каких-то не было признательных проявлений любого фестиваля, будь то московский, будь то венецианский, будь то каннский, берлинский. Есть, еще раз говорю, все зависит от людей, всегда лотерея. Максим, ну, я, конечно, с Андреем согласен. Что я могу добавить? Вполне возможно, какие-то подводные течения связаны с тем, что людям, которые принимают решение, так или иначе, давать приз или нет, или какие-то награды, они руководствуются не только художественными мотивами, но вполне возможно и политическими тоже. И я думаю, что картина, которая так или иначе, на мой взгляд, пересекается эмоционально с сегодняшним временем в нашей стране, и не могу сказать, что и для героя, и для всей страны эта история кончается позитивно, то эти пересечения, они могли, ну, считываться негативно для того, чтобы еще и с такими настроениями давать какие-то призы картине. Вполне возможно. Но это предложение. Мне кажется, что если бы там у вас была либо тема христианства, как экранизация книги Андреева, да, Люда, больше было бы шансов, что это прошло. Но я знаю, что Лукушанского заставить это вести невозможно. Ну, это у меня мое личное мнение, что вот все-таки эти фестивали такого рода, как московские, так и другие, всегда отдают дальним шансам. Причем я не считаю, что плохо или хорошо, это там. Нет, я настаивал на том, чтобы он был сексуальным казаком, верящим Христа, но Константин Сергеевич не согласился. Ну, знаете, вот еще, если я два слова все-таки скажу, простите. Ну, я спрашивал одного человека, очень хорошо знающего политику, фестивальную, очень образованную. Он сам был обескуражен, потому что сказал, что все были абсолютно среди кинокритиков, таких больших убеждены, что это главный приз, и приз за актерскую роль. А я спросил, тогда почему? Он говорит, ну, дело в том, что вот это жюри, которое было, оно действительно всегда лотерея. Но оно в основном были люди, которые, ну, очень далеки от понимания вот каких-то важных аспектов русской культуры, а которые важны для понимания этого фильма. Поэтому это прошло мимо них, они не поняли. Ну, а раз они не поняли, то они не могли оценить. Ну, вот и все. Ну, бывает такое совпадение. А те, кто мог понять, там, ну, были наши, там, представители России, ну, и голос, может быть, ничего не решал, может быть, у них. Я не знаю, никогда не знаю. Андрей правильно сказал, надо к этому относиться спокойно. Я как-то посчитал, в моей жизни было около 50 фестивалей. 50. Из них на 30 я получал там всякие хорошие премии. Ну и что? Ну, когда ты получаешь, как ты получаешь. Но стоит заметить, я со многими директорами фестиваля общался и всем им говорил одно и то же. Во-первых, нельзя в одном конкурсе сталкивать мастеров кинематографа и новобранцев. Ни в коем случае. С одной стороны. С другой стороны, нельзя уходить в какие-то абсолютно маргинальные вещи, как Берлинский фестиваль. Он уже ушел, оттуда никогда не вернется. И третье, что самое важное. На мой взгляд, фестивали – это всегда некие ориентиры. Ориентиры, которые даются в кинематографе. Да? Ну, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо в кино. Не исходя из бюджета, не исходя из какой-то там конъюнктуры, кассовой и не кассовой, а исходя именно из художественности того или иного произведения. И мне всегда казалось, что это, ну, как на конкурсе Чайковского, например, да, если брать музыкальный конкурс, в жюри всегда сидят мэтры фортепианного искусства, скрипичного искусства. И перед ними выступает молодежь до 35 лет, как правило, в 35 лет уже заканчиваются все конкурсы для конкурсантов конкурса Чайковского. Здесь происходят удивительные вещи, когда мастера кинематографа, которые уже имеют свой определенный вес, и они соревнуются с дебютантами, а судят вообще непонятно кто. Ну, в частности, я уже говорил о Берлинском фестивале, где засудили нашу картину «Солнце» с Александром Соколовым.
жюри была некая китайская актриса, ей было лет 25, она каждый день приходила в новом наряде, красовалась перед камерой, мы задавали вопрос, как она появилась в жюри. Нам сказали, это политкорректность, она выступает против своего собственного правительства. Это было достаточным в Китае, да, это было достаточным для того, чтобы ее сделать членом жюри. Что она понимает в кино, что она понимает в кино высокого штиля, я не знаю. Вот. Но тем не менее, несмотря на все это, фестивали призваны все-таки давать какой-то ориентир, прокладывать какой-то фарватер для кино. И на самом деле для многих фильмов, в том числе я предпочитаю и наш фильм к этому, это единственная возможность как-то об этом кино сказать. Потому что я убежден, что спасибо большое кино «Без границ» за то, что они взяли фильм в прокат. Я уверен, что ни одна из прокатных контор, которая занимается коммерческим кино, на эту картину внимания бы не обратила. Максим, у меня к вам вопрос. Это ваши первые съемки на Лентфильме. Скажите, как вы нашли Лентфильм? Какие у вас остались от него впечатления? Ну, впечатления, как правило, не от Лентфильма, а от той компании, с которой ты работаешь. И я могу сказать, что мне, и это бывает нечасто, мне было грустно, когда закончились съемки. Я бы с удовольствием их продолжал, и во всяком случае вот с таким отношением, как у нас было в группе, ко всем, и с, как это не смешно, с серьезным отношением ко всей работе, я бы сталкивался вновь и вновь и продолжал бы работать. Но, к сожалению... Мы думаем о продолжении фильма. Еще раз всех оживить. Да. Извините, а можно вот этот вопрос? Простите, я, может быть, злоупотребляю. Вот, мне фильм понравился, он очень атмосферный. Он действительно, Максим гениальный актер, чисто искренне говорю, вы великий режиссер. Но, все уже сказано. Но вы знаете, вот лично мне не совсем понятна мотивация. Я понимаю, что он хотел сыграть главную роль в своей жизни, но он не совершал поступок. Он был как наблюдатель. То есть я ожидала, что он начнет жить, как этот самый Плотников, и будет совершать поступки. Он навестил там товарища, что-то спрашивал про мальца. Но это ничем не кончилось. Зачем он этого мальца разыскивал? Он уже понял, что его убили ребенка. Вот. И он никак... Мне не хватило вот этих поступков этого героя, и мне непонятно, почему вдруг он ушел в снег, в степь, в то время как он серьезно был настроен остаться и продолжить жить в этой роли. Вот, продолжить роль какой? Понимаете? Роль того человека, который наиграл. Я вам говорю, как зритель. Да, я понимаю. А какие поступки? Дело в том, что это вообще он уходит в глубину характера психологически, а не внешне. Потому что если внешне что, он должен стать этим человеком довольно жестоким и начать расстреливать других. Или он... Был такой, кстати, вариант сценария, то, о чем вы говорите, да, вывести его на действие. Финал фильма, 38-й год. То есть вообще начать с аплодисментов, так был сценарий должен быть. Мы видим, зал Большого театра, буря аплодисментов, кому плохо. Понимаем, хлопают актер, это ему, наверное, да. Поворачивается Сталин, все это, значит, политбюро, или кто там стоит, и среди них наш герой, да, вот он удостоился стоять рядом с этим кровавым убийцей. Но вывести туда интеллигента, человека серебряного века, с утонченной душой, он за эти 20 лет, что ли, не понял, в кого он превращается? Значит, он должен был подписывать те же приговоры, там все было много, чего на себя надо было брать в эту эпоху, всю эту кровь. Значит, он превратился, ему так нравится быть этим человеком. Нет, он его как бы познавательно, через лупу, что ли, своего творчества, это разобрал эту личность, вошел в нее, даже открыл в нее ростки особенные, что связано с прозой. Это очень важный момент. Один из парадоксов времени, которое дало замечательную прозу в 20-е годы. А почитав Платонова, я не знаю, там, Артем Веселый, там, ну кого угодно, там куча писателей, кого не возьмете, все замечательные. А почитайте их статьи, их идеологию. Ну, она довольно людоедская была, идеология. Понимаете, поэтому это парадокс времени, это надо было знать. Он это познал, он сюда вошел. А уходил он почему? Потому что после того, как его проводник был убит или
Ему деваться было некогда, он уже явно не мог вернуться ни туда, чтобы не подвести ни Ольгу, ни прочих людей. И уходить было некогда, он границу сам не перейдет. Поэтому это было пришло вот так. Как Хлебников ушел в степи, замерз. Все. Вы знаете, я думаю, очень важно здесь иметь в виду следующее. Ну, хочу добавить, Александр Сергеевич, что при этом финале, мы, который есть сейчас, мы имеем, конечно, трагическую судьбу, гибель человека в конце. Если бы мы этому герою преподнесли какие-то действия или поручили какие-то действия в этой личине, в которой он перевоплощается, то для него бы была, мне кажется, это гибель художника и творца. И тогда бы он разрушился окончательно весь. В данном случае, не совершая никаких действий в этой личине, он остается художником. И он остается актером. В общем, то остается собой. Ведь актеру нужна драматургия, должны быть повороты, непреодолимые... Не всегда актеру нужна драматургия, но всегда нужны психологические мотивации. Если они связаны со смертью кого-либо или ответственностью за смерть кого-либо, то здесь уже любое искусство терпит фиаско, как мне кажется. И происходит гибель художника. Ну, если я понятно. В связи с ответственностью, да, за гибель там кого-то, вот насколько важен вот этот контрапункт вот этого мальчика, который был на руках, ведь герой, ну, актер, он же тоже там присутствовал, да, и когда начались какие-то вот эти события, то есть, очевидно, он тоже там сбежал, ну, не думая, что там случится с этим ребенком, то есть не сделал какой-то попытки его спасти. То есть тот вот груз ответственности, который висит на его, не его, а вот Спире, да, и тот груз ответственности, который висит на том офицере белом, который держал этого мальчика, потом бросил и там убежал в снег. Вот насколько важен этот контрапункт, потому что вот там есть этот мотив, ну, с ребенками, да, беременная жена этого Спири, который, так сказать, из разных, значит, стреляется, да, и вот эта вот женщина, соседка в коммунальной квартире, которая говорит, что там я рожу вам ребенка, вот имеет вот это какую-то такую связь или это... Знаете, тут очень важный момент драматургический, который вы затронули, что, может, надо объяснить один. Дело в том, что он ведь на наших глазах создает сцену, он создает реальность, он демиург этой сцены. Он поворачивает, благодаря воспоминаниям об этом мальчике на руках, сцену на уровень Достоевского, она выходит. Она выходит на очень высокий философский уровень. Если бы он это не сделал, пытался только себя, потому он рискует очень этим воспоминанием. Он портит отношения, очень с этим, зная характер Спиридонова, догадываясь о нем, я даже не знаю. Он открывает какие-то вещи, которые просто, ну, не к месту было даже говорить тому, и вызвал какой-то такой бурный рак. Но зато сцена получилась какая. Вот он эстетски способен насытить, а какая получилась сцена. И он это ощущает, и он говорит, поэтому в письме жене, он говорит, он плачет от счастья, играет с такими партнерами, вот тут такие партнеры, вот эти люди все, они уже теперь его партнеры. С такими диалогами, на которые выводят. Вот эта первая сцена с девочкой Лунатиком, когда он к ней приходит, она сразу идет как бы в платоновской стилистике. Потому что он-то, как автор этих сцен, он знает эту литературу, знает особенность этого письма. Он знает уже эту прозу, которую пытался писать его главный герой, в котором он перевоплощается. И вот стилизуя эту речь, эту прозу, он начинает вести диалог, который выводит и ее на такой же диалог. И мы видим созданное произведение искусства в виде одной сцены. Потом видим созданное произведение искусства в виде другой сцены. Он создает искусство, а не отыгрывает как стилист ситуацию. Да нет, он на наших глазах создает искусство. Рискуя собой, Сеня Спиридон просто рисковал. Тот мог достать пистолет его застрелить, потому что он уже сомневался, тот ли это Плотников. Нет, он еще задает вопрос, который для красного командира странный. Помнишь ли мальца Белого Гвардейского пожалел? Это все такое, поэтому вспоминает происхождение. Чего тот не знал, кстати, тут оказывается, что он не знал о своем персонаже такую важную вещь.
И он не лечится, и идет берется в архив, и там достает данные, и потом играет сам. Вот так все надо это понимать. Это очень важные, мне кажется, вещи. И очень глубоко он входит в роль. Пусть это романтизация, может, Максим прав для актера. Но когда он говорит, что чужие сны снятся и чужая душа болит, вот в этом откровении ей, мне кажется, тут уже актерство отходит, и все, как у Бориса Леонидовича Пастернака, говорит, проходит то чувство, оно на сценах не проводит. Тут кончается искусство, а держит почву судьбы. Потому что тут уже начинается какая-то вещь, связанная с его судьбой. Чтобы не просто войти в этот материал роли, что-то она с ним делает, что-то. Повторяю, может это романтическое допущение, а может быть все-таки это возможно в некотором актерском погружении, которое бывало. Но тоже у Чехова Михаила Морозова, что подобное, она сейчас все так психика. Потрясающий фильм, мне кажется, не заканчивается субтитрами, и абсолютно постепенно немножко продолжает жить внутри фильма. И у меня поэтому такой немножко зрительский вопрос и к Константину Сергеевичу, Максиму Александровичу. Максим, скажите, вот когда ваш герой перешел границу, то понятно, что в нем как бы все время жил отчасти Милахов, отчасти Плотников. Ну, как в фильме «Мишень» у вас там есть такая «Герой красная, синяя полоса», «Добра и зла». И понятно, что была какая-то доля того и другого. Скажите, пожалуйста, был ли момент, когда и тот, и другой абсолютно совпадали? Вот мне показалось момент с мальчиком, вот одинаково и Плотников, и Евлахов спрашивают, а где же мальчик, да? Ты его бросил, он тебя спас, а ты его бросил. И был ли момент, когда они просто сливались? Понимаете, так или иначе, выполняя эту миссию, связанную с воплощением, я для себя все время держал задачу того, насколько мой герой Евлахов контролирует ситуацию актерски, и насколько ему позволено сейчас быть пропитанным Плотниковым и при этом же оставаться собой. Я не могу точно сказать, в этом ли месте или не в этом месте, но вот такое вот раздирание по полюсам, оно необходимо, как мне кажется, когда в общем в тебе присутствует без всякой иерархии два совершенно полярных «я». То есть я Евлахова и я того Плотникова, к которому он стремится перейти. Вот все, что я могу сказать. Спасибо. И можно еще Константину Сергеевичу? Я понимаю, что здесь как бы осуществилась та установка, которую вы услышали от Тарковского, да, которому я говорю, что актер достаточно дать направление, дальше пусть сам ищет. Вот было ли это в том, что находил Максим и приносил вам, было ли что-то неожиданное, диссонансное по отношению к вашему замыслу? И что вы с этим делали, если такое было? Ну, Тарковский, может, с привлечением это говорил, как я говорил, о направлении, потому что если находится в образе и все верно действует, создается актерский образ, то, в общем, не надо ему мешать этими пятиминутными подсказками, подталкивание под локоть, говорил Андрей. Это, наверное, справедливо. Должен сказать, что, ну, тайный как мне, что именно вот работа с Максимом, она во многом заключалась в том, чтобы дать возможность, то есть я хочу сказать, о главном договорились мы изначально, понятно. И поэтому дать возможность создавать образ, существовать вот в материале, понимаете, это дать возможность это вот, его творчеству проявиться и создать. Тут, конечно, немножко другая задача, чем если там, с дебютантом работать актерским или там ничего. Это совершенно разная задача. Тут для нас суть была такая, и я очень рад, что какие-то получались вещи совершенно даже неожиданные, но вообще связанные интересно. Но я не знаю, но это такое еще было ощущение, что мы даже помню говорили. Понимание было такое с полуслова, с полуощущения. Вот, я знаю, что я не прав, но так и было. Поэтому это. Счастье, что так все сложилось, конечно. Хочется сказать, что все-таки образ нашего актера, он ведь
очень благодарен, с одной стороны, а с другой стороны, его одержимость приводит, на мой взгляд, это проявление жестокости и, наверное, эгоизма. Потому что он играет не на сцене, он играет не какие-то отвлеченные ситуации, он появляется в жизни и играет человеческими судьбами. Мы почему-то об этом не говорим, и никто не говорит, и никто не задает вопрос. Для меня это отрицательный персонаж. И, собственно говоря, гибель его боевого товарища, наверное, связана еще и с тем, что он нашел какие-то струны и сыграл эту роль, и наверное, сыграл и его смерть тоже. Когда он сидел рядом с ним и говорил, что прощай, боевой друг, да, я потерял боевого товарища, это игра просто с реальной жизнью человека. И вот это, на самом деле, мне кажется, что... Но это страшно. Человек, одержимый своей профессией, человек, одержимый своей идеей, играет человеческими судьбами. Андрей, очень тонкую вещь заметил о том, что да, этот мотив есть, но, может быть, он не в такой степени отрицательный для меня. Есть вообще загадка творчества, в том числе и режиссерского. Режиссер – это человек, объединяющий огромное количество людей, создающихся образом. Хочет он или не хочет того, но нельзя сказать, что он играет с людьми, которые создает. Но некое влияние на ситуацию, на людей, на их переживания, на мир, он имеет. Вот уже, пожалуйста, и я думаю, другие люди, создающие искусство, они имеют. И, в общем-то, тут непростой еще процесс. Тут наглядно он видит, как актерская работа. Но в других профессиях он тоже присутствует. И, особенно это часто бывает, человека, ведущего главную что ли, линию в создании произведения искусства, он отличается иногда не лучшими человеческими качествами, и это было сплошь и рядом. И что тогда? Ну вот оставим эту тему, да, мы будем ее развивать. Ну понимаете, да, и тут она тоже присутствует, но в своем философском аспекте, не в прямом, но присутствует. Ну, я думаю, что это так любит. И вопрос, когда я секретство сформулировал, может быть, вам уже задавали, говорите, как вы можете выкинуть такой дискомфорт с коммерческой точки зрения от края? Как это делается вообще? В современном мире не подумают. Я подумаю, да. Нет, так, а ко мне я не понял, в чем было. Проговорите, пожалуйста, какие... Что значит проговорите? Нет, скажите, пожалуйста, скажите, вот, какие аспекты важные русской культуры вы затрагиваете в своем фильме, которые не считывают те самые члены жюри, как бы и не понимают. Просто вот что на что нужно прежде всего обратить внимание, что нужно знать для того, чтобы полноценно, в полном объеме воспринять тот смысл, который вы вкладываете в свое кинопроизведение. В каком контексте это нужно рассматривать? Нет, ну начнем с того, что вообще вся история, связанная с теорией, очень популярна Николая Гринова на рубеже веков в те годы, о том, что высшая форма актерства – это игра в жизнь. А примеры, когда Брюсов, известнейший пример Брюсов, Андрей Белый и, значит, дама Петровская, литераторша. На полном серьезе Брюсов и Андрей Белый играли с ней, играли, живую играли, там любовный треугольник с ней. Кончилось тем, что она купила пистолет и стреляла в Андрея Белого. Игра дала результат, что называется. Это вот как бы общество этим жило, этими идеями. Можно сейчас говорить, оно было такое телетворное, экспериментировало с психикой, не экспериментировало, но не важно. Это атмосфера века, атмосфера серебряного века, атмосфера революции, этого раскола страны, когда как бы внутри души происходила одна часть души, хотела убить другую, расстреливала, и что-то происходило. Это на фоне вот всей этой истории происходит материал, но тем самым кровоточит. Так? Но не говоря о том, что сами образы, которые тут есть, вся эта вот метельность России, все ее вот это неприкаянность, этот финал замерзания, не знаю, вот какие-то вещи такие эмоциональные, что я имел в виду. Ну и концепционные, связанные вот с историей русской, которая для нас может быть в большей степени гораздо безразлична, чем просто ну, рассказанная история про какого-то человека, который что-то как-то. В это я имел в виду, того не больше. Ну, по крайней мере, я процитировал одного уважаемого человека, не хочу просто назвать его фамилию, очень высокообразованного, который сказал, что на его взгляд это связано вот с непониманием каких-то вещей с нашей историей, культуры. Вот поэтому я так и сказал. Того не больше. Которые просили проговорить. Простите, да. Ну, во-первых, с точки зрения коммерческой, это не совсем безнадежная ситуация. У нас большое количество партнеров. Фильм создавался в коопродукции с финской компанией «Буфо», с немецкой компанией «Синема». Еврей Маш поддержал нас, выделив этот проект особо.
Министерство культуры, безусловно, поучаствовал даже фильм в этом. То есть у нас такая большая творческая команда людей, которые участвовали в этой картине. Поэтому изначально какая-то база финансовая существовала. Дальше мне стоило больших усилий сдерживать режиссера-постановщика в его идеях. И да, «Беларусьфильм», безусловно, надо было назвать их, наверное, одними из первых, потому что часть съемок проходила там, и они очень большую помощь нам оказали, и в организации съемок в том числе, и финансово тоже. То есть людей, которые заинтересованы в такого рода кино, достаточно много, их надо просто найти и с ними подружиться. Мы подружились, сделали большую картину. Безусловно, никаких денег на этой картине мы не заработаем, но и надеюсь, благодаря нашим прокатам, прокатной нашей организации «Кино без границ» все-таки не останется в накладе. Зачем я это делаю? Это, безусловно, некая роскошь. Это тоже эгоизм, сродни эгоизму нашему главному герою, да, которому интересно, который увлечен этим, который этим живет. Да, я тоже живу этим. Это большая роскошь общаться с такими замечательными людьми, замечательными, большими интеллектуалами. Константин Сушанский и Максим Суханов. Все режиссеры, с которыми я работаю в такого рода кино, это некая, это большая роскошь. На сегодняшний день иметь умных партнеров, снимать кино, интеллектуально наполненные, это интересно. Еще раз говорю, это определенный эгоизм. Это, безусловно, не бизнес. Но вообще все наше кино бизнесом в России не является. Все зависит от таких мелочей. Да, поставили тебя 2 января или там, 15 января в кинотеатр, вот ты заработал денег или не заработал. Сумел ты пробиться в кинотеатр или не сумел. Дали тебе возможность показать кино или не дали? У нас кинотеатров-то всего 2800, даже не кинотеатров, а залов. В Нью-Йорке, ладно, 5000. Поэтому все это гроздями висят. И, в первую очередь, американские картины, а с ними сателлиты, которые обязательно должны быть в пакете там, с каким-то блокбастером. Их тоже надо показывать. И как шаблинного кожа сжимается вот это пространство для показа хорошего кино. Не только нашего. Что и зарубежное хорошее кино пробиться не может никак. Зритель не может его увидеть. Наверное, это связано с тем, что и не хочет его увидеть. Это труд большой. Пойти и посмотреть хорошее кино. Такой же труд, как пойти и посмотреть, пойти и послушать хорошую музыку в филармонии, например. Да? Или взять с полки достойного писателя почитать. Пескова, Лермонтова, Достоевского, Толстого. В основном люди заполняют всю свою жизнь некой шелухой, да, интернет, вот на дне тазика такая, знаете, водичка, которая тоже заполняет тебя, и ты не ощущаешь, как она тебя просто сжирает. То же самое с музыкой, да, какой-то грохот, шум вокруг, во всем, а себе люди не уделяют внимания, почему-то наплевали на себя, забыли о себе, о том, что ты ведь, вот этот культурный слой, ведь он очень тонкий, как знаете, плодородный слой в тундре. Что-то там сковырнуло и уже нет, уже годами опять нарабатываешь. Молодежь вообще не читает ничего. Я со своей дочкой воюю. Я ей подсовываю такие книги и сети. Не читает и все. Только ноутбук открытый все время и какие-то там вечно мысли, укладывающиеся в длинное смс-сообщение. Это же страшно. Я говорю, поэтому для меня это просто отдушина. Возможность общаться с серьезными большими художниками, серьезными большими людьми. Вот и все. Спасибо. Можно еще раз задать вам вопрос? Я догадываюсь, что снимать черно-белое кино на самом деле в разы, даже, наверное, в десятки раз сложнее. А насколько сложнее играть в черно-белом кино? Или для вас, для актера, это, в принципе, одно? Нет. Вы знаете, все сводится к интересному или неинтересному материалу, или к талантливому, или никакому режиссеру. Вот, собственно, и все. А черно-белое или не черно-белое, так это не подразделяется. Собственно, вот и все. Я открою вам секрет, мы Максиму всегда говорили, что мы снимаем цветное кино и в 3D. Что это будет IMAX.
Пожалуйста, еще такой вопрос. Вот в 90-е годы в вашей фильмографии был такой момент, когда вас сняли с роли. Вот вы для себя так, тогда сделали какие-то выводы, и сейчас, когда вы в топе, для вас, у вас присутствует какой-то страх, что вас вот возьмут и вновь снимут? С роли? Да. А когда же меня сняли? Я читала в одном из ваших интервью, что в 90-е годы французский режиссер снимал фильм, у вас снял с роли. А, да. Ну, я просто там не справился с задачей. Дело в том, что мне очень поздно. Да, это была картина с Сандрин Боннер, и мы там с ним играли сцены. Но дело все в том, что там было такое количество текста, что я, к сожалению, со своим французским, хотя я на тот момент его еще знал, потому что до этого мы играли на французском языке спектакль. И, кстати, там был вторым режиссером Леша Балабанов на этой картине. Так, дикое количество текста, и, в общем, я всю ночь в гостинице «Октябрьская» с переводчицей учил этот текст. Две сцены огромные, и, в общем, когда я вышел играть, я его весь забыл. Поэтому меня сняли с роли. Ну, я не справился, потому что объем был огромный. Вот. А что вы спросили? Вы боитесь забыть текст, что вас снова снимут? А, ну вы знаете, это все-таки форс-мажорная ситуация. И, конечно, если она повторится, тем более с французским языком, то я опять буду бояться. Да. Это невозможно не бояться. Хорошо, спасибо. Мне очень интересно, вот само выстраивание. Мы уже говорили здесь, да, об эпохе, о том, как все это вот создавалось. А интересно с точки зрения вот актера, вы как готовились к роли, как вы впитывали эпоху, как вообще рождался персонаж? Знаете, я особенно никогда, когда работаю над каким-то персонажем, мне не всегда помогают архивные какие-то документы, документальные кадры. Мне главное, чтобы моя установка с момента, когда со мной заключили договор, и мы обо всем договорились, главное, чтобы моя установка была на как можно большее любопытство к восприятию всего того, что есть вокруг. И материал для любой роли, историческая она или не историческая, он начинает так или иначе для тебя приходить. Из разных мест, из просмотренных фильмов, из книг, из общения с людьми, вдруг неожиданными, просто из запахов может приходить. Поэтому эта работа такая, вот она, я не знаю, как ее еще описать, как, еще вот кроме того, что я сказал. Вы считаете своего персонажа отрицательным? Или вы его как-то оправдываете? Вы знаете, я всех своих персонажей, естественно, оправдываю. И я не могу ими заниматься, если я в них не влюблен. И, на мой взгляд, четко отрицательных персонажей не существует. Или они существуют в очень плохой драматургии, так же, как и четко положительные. Это какой-то, как мне кажется, лубочный стереотип, когда мы можем разделить персонажей на четко плохих и четко хороших. Не думаю, что такое произведение может быть многослойным. А как вы считаете, должны ли люди в жизни, то есть могут ли люди в жизни играть роли, или это все-таки преступление? Я думаю, что все люди в жизни играют так или иначе роли. Мы, находясь в пространстве сегодняшнего дня, и вот здесь совершенно по-другому будете коммуницировать с людьми, общаясь с ними дома, или находясь в одиночестве, или еще где-то. У всех есть внутри полифония разных «я». В общем, я думаю, что во многом это в хорошем смысле шизофрения 21 века, что не одно единственное «я» живет в нас, а их очень много. Очень верно, спасибо, как думаете? Я говорю про 21 век. Мы же сейчас недолго будем говорить про все остальные. Дело просто играть роли. Я роль журналиста. Когда человек, ну вот как ваш персонаж, примеряет на себя роль чужую, в смысле, вообще и в этой роли взаимодействует с другими людьми, как-то меняет суть.
я хочу понять вообще, о чем это кино для себя. Что я должна принять, кроме того, что это был момент искусства, это было красиво, что я должна понять, что вам должно измениться, когда я видела эту дорогу. Вот я просто хочу это понять, так, прямо. Знаете, мне кажется, что произведение искусства принципиально должно быть метафорично, ну и, как учил Тарковский, что должен быть образ, но образ не может буквально быть расшифрован. Если он буквально расшифрован, то статья в газете, это не произведение искусства. Произведение искусства, оно многословно по восприятию. И возвращаясь к нему каждый раз, мы можем как бы видеть еще глубину, еще одну смысла, вторую, третью, четвертую, пятую. И в этом прелесть искусства. Он всегда в своих лекциях Тарковский приводил как образец японские стихи. Стиха. Он говорит, ну послушайте, там дождь идет, и рядом зонт шелестит. Все. Вот, а что вы хотели этим сказать? Вопрос. И когда начал додумать, что хотел этим сказать японский мастер поэта 17-16 века, мы видим столько смысла в одиночестве, что мы слышим, я не знаю, что угодно. А вот, в принципе, это идеально. Всегда это добивается, и, конечно, нельзя этому буквально всегда следовать, потому что тоже будет слишком размыто. Но баланс между этим и пониманием о том, о чем история, он все-таки должен быть. И лучше, когда все-таки есть метафора, есть образ, а не буквальный тезис, который можно сказать, это кино, о, плохо быть человеком, который играет, например. Так, или там красное были неправые энергии. Ну, я не знаю, можно другой вывод сделать. Нет, это жизнь течет, и это факты жизни, потому что тому времени, да, была присуща такая идеология творческая, я имею в виду Серебряного века, да. С другой стороны, тому времени было присуще такие вот личности, как Плотников, да. И вот они слились в одном человеке, и они сливались там в жизни каждые 5 минут, потому что люди с белой эмиграцией возвращались в Россию, понимая, что они как бабочки летят на огонь тоже многие, но летели. Какая-то загадка России. Тут еще есть момент, о нем не сказали, но заканчивается. Столь популярная фраза у наших некоторых кинематографистов, он русский, это многое объясняет. Вот тут можно сказать, и случайно иронию по этому поводу есть вначале у этого финского врача, который говорит, что сильно он русский, мало понимает, именно всего этого. Это ирония была. А по сути, тут есть какая-то необъяснимая вот ностальгия его к этим снежным пространствам, которые его погубят, его что-то ведет. Ну, а это связано с какой-то трагической каймой. Надо не забывать, что под ним разверзлась бездна. Гибели его страны, его мира, его всего, что погибло. Это страшная эпоха с чудовищной жестокостью. Вы помните, что он рассказывает вам, да, про это, что забыл, что за гражданская война была чудовищная, немыслимая разверзлась. Вот это разверзлась. Под этими удивительными цветами, под музыкой Дебюсси, все популярно. Вдруг бах, раскрылась бездна, вот это сдирание кожи, людей. Все, что было, да, сжигание в тупах. Что это, как это? Вот поэтому, чем говоря, понимание России, судьбы, понимание вот этого огня, точечки, этой утонченности философии Серебряного века, это надо раскрыть, что бездна. Может быть, то есть то зерно этого периода России, которое, в общем, надо понимать, чувствовать тогда, и, наверное, иначе можно воспринять. Вы спросили, что я должна, мне кажется, что ни произведение искусства ничего никому нам не должно, и мы не должны произведение искусства. Это должно быть, на мой взгляд, это немножко другие отношения. Если не любовь, то должна быть влюбленность. Если ты воспринимаешь это произведение искусства как свое родное, если оно тебе близко, если ты чувствуешь, что этот материал тебе интересен, вот это, мне кажется, важнее. Не заставлять себя, мы вот ведем разговор, как заставить зрителя пойти в кино, да никак. Никак. Если он почувствует в себе необходимость как-то вот соприкоснуться и что-то для себя ассоциативно, как японские эстетические жизни, что-то в себе почувствовать, то тогда он придет и прикоснется. А если нет, то ничем его не закончишь. А как вы видите зрителей? Что-то я должен сказать. Очень много молодежи подходило к японским просмотрам и все равно пишут и пытаются связаться, чему я был удивлен. Совсем не думал, что именно эта аудитория так прореагирует. Ну, мы же, наверное, творческие, как мы надежные, более-менее готовы подвергнуть. Мои дети тоже очень интересуются историей, они знают ее лучше, чем я. Поэтому я думаю, что, конечно, надеемся, должен что придут. Молодежи много, очень много, которая зажглась этой историей, почему она может волновать. Слава Богу. Могли бы вы найти какие-то параллели между вашим фильмом и повестью Братьев Стругацких, трудно быть полным. Мне показалось, что
никак есть, просто никак. Вы понимаете, там фантастика, тут реальная жизнь, никак. Если мы идем на стилистику фильма Алексея Германа, то, ну, а, ну вот снимал черно-белое кино, это понятно. Понятно, что он классик работы с материалом, с актерами, с эпохой, которому мы все, кто работал на Ленфильме, да и вообще мировым кино учимся, невольно, потому что он был мастер. Но, так сказать, и тематически, ну это ну никак. Рядом не держит. А вам кажется, что есть какие-то параллели? С фантастикой? Нет, не с фантастикой, а в том, что там отсутствует наблюдатель и присутствует некая такая среда, которая очень занимает. А другая среда, это нет, никак. Я знаю, что картина хорошо, мне показывал еще, когда был жив, и это один из первых вариантов мира. Наверное, так на все. Спасибо большое.